Добрый вечер всем, кто с нами. Здравствуйте, как ваши дела? Как прошли выходные? Рассказывайте, присоединяйтесь к нам. Ну ладно, подвинусь. А что ты целый день делала? О, ты только сейчас допинькала. И меня опять осуждаешь в чем-то, да? Пизда. Лишь бы поругаться. Hello, guys. Наверное, да? Добавляйся. Я так сейчас в катке. Чуть-чуть подождать придется. Алло. Алло. Нам привет. Да. Я нету, да. Я уже все не в игре. Так, вообще, ну, сейчас перезайду, а то у меня опять ебучий Origin залагал. Сейчас, минутку. О, вообще-то у всех лагает. Дудос из Германии. А как-то неинтересно. Дудос, не дудос, толку от этого. Ну, в смысле, если что, позовешь. Чтоб я его сейчас не добавлял. Ну, если он меня добавил, то я приглашу.
я не добавлял. Я свои проблемы исправлял. Ну вот теперь я тебя давай. Ой, блин. Сейчас. Как я в онлайне в игре, но в офлайне. Нет, ты меня не добавил. Подожди, какого фига? Как я могу быть в офлайне? Блин, не понял. Вот теперь я тебя добавил. Я тебе отправил запрос, а ты, видимо, не мне отправил. Да, ты не мне явно отправил. А кому тогда? Не знаю, но точно не мне, вот я тебе только что отправил. Ага. Я вижу у кого-то есть. Что у кого-то есть? Что это сейчас? Подумать надо. Если что, у меня Octane Main. Могу Pathfinder взять. Ну ладно, бери Octane, ну чё. Нет, я возьму Pathfinder. Ну что ж ты за редиск такой-то раньше сказать не мог? Сам сказал, у тебя Octane Main. А у тебя Pathfinder Main? А мне без разницы, за кого играть. Окей. This is your champion. I'll high-five you all when I see you. Да окей, окей, выпускай. С нами складик. Ешь. Не сильно дальний. Не, я вот на этот дом. А я вот на этот. Потому что мне плюхать в самом начале, когда нифига нет. Молодец. О, Санька, красавчик. Тяжелый здесь, я Сань скину сейчас. Скинул. У меня двое. Ну я залагал. Блять. Я иду. Щит не работает. Где-то там. Уже нигде. У меня мышка трясется вообще. Я сенсу забыл извиниться. Плохо. У меня сенса меняется каждую игру. Не знаю почему. Такое ощущение, что это немецкий акцент. У меня финский акцент, я не немец. А финский? Да. Финляндия близко к России. Я тоже хочу. Ты тоже хочешь финский акцент? Давай. Давай. Давай, сделай его, мой брат. Помоги мне.
А, я иду. Я на тюлик, да, сейс дуд. Помогите. Помоги мне. Сердце мне. Блять. Не смеяться еще нельзя. Долго. Ты повидел бы мою... А я такую не люблю. Какую? Маленькую или большую? Большую. Большую? Угу. Так. Нифига. Иди попробуй всё. Так. Блять, как это выглядит? Как это выглядит? На что именно? Ой, пацаны, у меня тут люди. Где ты там? Иди к нам, давай. Всё, вижу. А это кто? Откуда он взялся? Один без брони. Понял, принял. Вот он. Увидел, он в дом забежал. Не, он там не в доме. Саня, беги! Ты куда к ним побежал, эй? Мы просто сидим по домам и стреляем со стороны. Вот именно. Мы никуда не спешим. Один броню снял. Один еще в здании. Вижу. Он боится выходить. Ох ты ж, блядь, двое меня обходят. Идите, Вася, гуляйте. Давай я к тебе. Уходи. Прячься. Хорош. Но... Сейчас. Где они там? Под нами. Да, под нами. Дай хилься. Идут. Давай, это... А, они сейчас своего поднимут. Нет, где-то сверху. Вон он, у двери один. Блин, он тут не... Ой, он не такой, короче. Не, по-моему... Ой, блядь, еще сверху один. Ёбаный в рот. Вниз спустился. Минус один. Да и меня убили, и ко мне сверху подошли. Пока я гранаты кидал, блядь. Саня, во всем виноват ты. Да, ты пошел это рушить. Просто так. А знаете, как у нас русских называли? Гляньте, когда-то. Как? Нет. Рюся. Рюся. Ты что, сейчас в России? Нет, раньше на войне назвали русских рыса. Ну я понял. Но вопрос остался прежним. Ты в России? Нет, я в Финляндии. А, ну я... Так и предполагал? Не, как-то все равно было. Но родился я в России, значит я русский сящий. Да? Это да. Это так работает? Да. За кого голосовал? За кого? Да. Конечно, сейчас за Путина, вы чё? Путин Кром.
Путин, Трамп. Голосование, блин, в Финляндии. За Путина в Финляндии. Давайте по новому. Не, соглашусь с Джимом. А что? Он ничего не сказал. Ну вот поэтому ты и согласился. Извините, я все оружие тут. Поэтому. Да, 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 да. Вот у нас. Минус один. Да, ты молодец, вот тут у нас еще два сквада. Блять! Найс, вот тут вот трое. Четверо, блять, охуенно. Так мне нужны патроны. Так а мне тоже патроны нужны было, а еще их четверо там было. Просто со всех меня щелей. А один каленый был. Поднимаемся наверх, там безопаснее. Вон бежит на вас! Да нам пофиг. На те-то да, скорее всего. Мне так пофиг. Но. Fucking McNuggets. А, двое сразу. Ну, те же пофиг. Да, мне пофиг. Стоп, как он? Три. Это баг? Чё? Как он три таких же значка поставил на один и тот же способ? Это не баг, это возможно. Возможно? Да. Возможно, это возможно. Невозможно, это возможно, да, это возможно. Это невозможно. Чего невозможно? Кого невозможно? Куда невозможно? Почему? Зачем? Из-за чего? Ничего возможного нет. Да. Даже... Даже кто-то пел. Невозможное возможно. Это был инопланетянин, правда? Ну, может быть. Зеленый все человечек. Люди, которые поют, они зеленые люди. Слушай, подскажи, пожалуйста, что ты употребляешь? Я такой же хочу попробовать. Не, ну серьезно. У тебя еще такой голос расслабленный прям. Снюс? Снюс, да не снюс это. По-любому что-то другое. Окей, свит. Что такое свит? Ты реально знаешь, что такое свит? Окей, давай. Он не знает, что такое свит. Ну, бывает в жизни огорчение, правильно? Про него столько мемов было, и ты не знаешь, что такое свит. А, вот теперь понятно. Ну, кстати, возможно-то у вас там много мемов про это, а вот у нас хер знает. Было. Было. Да. Ой, мы поздно прилетим. Ой, мы очень поздно прилетим. Знаешь, я вот туда думаю. Я вот туда лечу. Да, я вот сюда лечу. Ой-ой-ой. Чё-то как-то. Да, я сказал то, что я вот сюда лечу. А чё там все по разным домам? А я сказал то, что я улетел. Я ж сказал. А тут оружия там у нас нет? У вас там люди, много людей. А я, знаешь, я социофоб, я не люблю людей, я их боюсь. Я забежал, взял оружие и убежал нафиг. Там человек, я же сказал. Там много людей. Да, но я забежал, там был человек, я просто взял оружие и убежал оттуда. А, ну блин, это ж круто. Так может вы до меня добежите, а? Да, я бегу к тебе, я просто за оружием забежал так. А-а-а. Типа, он по мне стрелял, он по мне ни разу не попал. Ну кто-то по тебе попал, но кто-то по тебе попал все-таки. Это был не он. Саня, может ты тоже прибежишь к нам? Я завалил. Ну ебать ты снайпер, но. Молодец, но блин, бегишь. Ну ебать.
Ну ебать, тебе все равно пизда. Да. А ты, наверное, тут все оружие уже спинишь? Не, вот знаешь, вот не поверишь, вот тут вот есть вот это хер. О, мой хер. Ну ладно, печально то, что он тебя отдельно от тебе. Это... Это очень печально, дружище. Саня, ты бы хотел, чтобы твой хер отдельно от тебя был? Как? Вот я не знаю как, а взял бы и отдельно был просто. Мне бы еще синих патрон от моего второго хера. То есть тяжелых патрон, да. О, тут еще один такой. Кому нужен? Нет, спасибо, я что-то ими уже побрезгую. Хотя бы в этом матче. А, ну ты его специально, наверное, выкинул, потому что... Нет, я его даже в руки не взял. Я... Я... Не знаю, почему он там на земле лежал. Патрон рядом с ним не было, потому что я их забирал. И почему-то он лежал вот под наклоном как? Под наклоном? Ну, знаешь, вот вопрос не ко мне, не по адресу. Значит, это был не ты. Это был не я. Кто-то, возможно, был. Возможно, кто-то был. Чё, туда? Конечно. У меня расслабленный голос, потому что у меня расслабленная жизнь. Но он не в России живет, ты уже мог бы понять это. Раз не в России, значит уже расслаб. Да врет. Ну а вдруг? По-моему, тут лутана. Да, тут лутана. Если бы был бы наркоманом, я бы в эту игру не играл. Да? А, ну да, я шары бью, да. Чего ты? Шары. Шары. Шарли? Какая Шарли? Шары. Шары, как... не Шарли. Так. Шары. Да я уже понял то, что шары. Только меня они не интересуют, дружище. Ты вообще-то знаешь, что это? Там все лутано, по-моему. Походу ты не знаешь, что такое шары. Да. Шарики. Гелием. Но тоже в чем-то мягкие. Вообще-то они не с гелием, а они с этим. Как он там назывался? Оу! Отсосите! У кого? У меня зеленый хер, я могу в них. Да блять, кидай уже зеленый хер! Саня, Саня, ты где? Я улетел. Вот, Саня, а вот опять ты не с нами бегаешь и... Поднимай меня. Один калёный. А ему хватит. Ну да, он же киборг. Умрёт, не умрёт, ему хватит. Ты нокнул хотя бы одного? Я забежал, я кинул зелёный хер и улетел нафиг. Кинул зеленый хер и улетел. Это как-то странновато. Может, хрень? Хер. Именно хер. Ну, тогда, знаешь, дружище, тебе к врачу надо это обратиться. У меня их много. Кого? Врачи или херов? И того, и того. Тогда сочувствую. Врачи занимаются одни. Ну хорошо, но все равно сочувствую. Еще каждый из этих врачей девушка. Вдвойне сочувствую. Почему? Но я думаю, ни одна здравомыслящая девушка
не возбудит зеленый член. Почему он зеленый? Вопрос-то к тебе, ты же читаешь зеленый. Кинул зеленый. Ты говоришь хрен. Да. А при чем тут круглый? Тем более круглый. Куда? Мне без разницы, куда пометить. Куда? Вот сюда, все. Нет, не сюда, а куда. Куда? Куда? Ну ладно, короче, мы летим вот сюда. Вот туда. Не-не-не. Да, короче, туда. Да туда он. Ты уверен? Да, я уверен. Точно уверен. Ну тогда не плакай. Даже Spitfire мне сам дал себя. Ну хорошо. Саш, наверное, сидит такой и думает, боже мой, с кем я играю, с кем я общаюсь, блядь, ёбаный в рот. Да. У меня P2020. И всё. Ты чувствуешь мою боль? То, что у меня только P2020. Минус один. Да всё, понял. Мощь. Нет, я просто говорю всегда, когда тяну минус. А, да молодец. Мне бы ствол. Понадёжней. Пацаны, я убегаю оттуда нафиг. Не-не-не, чё ты ко мне бежишь? Я наоборот убегаю. А, я понял. Я просто не знаю, как ты, а вот мне вообще с нечем драться. Кипр побежал. Вон он. А, нет, какой? Вон он здесь. А нафига ты убежал? Мы как бы не туда идем. Чё? Ну извини. Сейчас мне ничем помочь не можем. Да, вот твой сволочь, эгоист, засранца, вот так вот. Вот как мне с вами играть, а? Ты сам убежал куда? Я убежал, я говорю, ствол давай возьмем, найдем. Надо было в труп. Один каленый был, вот ты знаешь, вот. Я с Мозамбиком бегал, понимаешь? Саша, ты где? Он умер. А, он уже умер. И ты тоже, да? Да. Ну я там щит с него снял, я думал. Ну, вот видишь, мне вообще повезло, я против преданности был. 114 урона нанес Мозамбиком. Ты понимаешь, 114 урона? Понимаешь мою боль с Мозамбика? Который пускает 3 пульки. Да. Да, которые... Надо их еще попасть на расстоянии, понимаешь? Все 3 пульки. Я так понимаю, у него был фиолетовый синий броник, как минимум. Ну и синий, да, точно синий был. Ну если ты нанес 150, то он больше не был. А, нет. 114 урона нанес я. Это получается броник, и оставалось ему, грубо говоря, 50 хп. Знаешь, какой позор был бы этому человеку, если бы он умер? От Мозамбика? Да. Да. Ну и он все равно там со второй пришел еще. Я, кстати, уже троих людей опозорил с Мозамбиком. Какой ты молодец. Надо позорить больше людей. Саш, что ты такой молчаливый? Не знаю. Ну а чё? На твою нихер. Саш. Ну хорош выйти как это. Целых 26 урона. Че? 26 тысяч урона в сезоне. Нормально. А у меня целых 120 тысяч. Потому что я такой. Такой.
Да ёбаный стыд. Да нахуя ты разворачиваешься, тварь? Да он ж... Съёбывай, братан. Подожди, надо всех убить. Надо всех убить? Да. Где-то там. Ну мы это почти сделали. Ага. Ну он спрыгнул. А, один спрыгнул, ну пошли. Ой, там люди дерутся, вы чё? Вы чё? Кнокнул, кнокнул. Пацаны, за мной бежит. Убил, убил. Тише, меня убивают. Да я убил, хорош ныть. Да. А, тогда, тогда молодец. Там один на корабле еще ползает. Да нету уже никого. Нет, есть. Да нету никого там, он вниз прыгнул. У меня было бы 2 кило. Там на корабле кто-то еще. Может, его подняли. Я уже оббегал полностью весь корабль. Но у меня хотя бы стволы сразу были. А, у меня ни одного. Ай, вот. Блять, ебаный в рот! Я обосрался! Ты откуда пришла, тварь? Ну вы убейте его кто-нибудь! Тут есть тоже человек. Откуда сам один в одно здание побежал? Че? Угу. Он мне сейчас кинул, чтобы меня отдать. Понял. Ебать, он охуенен был. Надо поменьше пазл. Пацаны, кем лучше быть, инженером или... Знаешь, как бы, смотря для чего и инженера чего? Строительного инженера. Или кем? Или... Ну, короче, у инженера хороший заработок, просто. Смотря в какой конторе. Что строишь, какой объект? Нет, это так-то просто вот для жизни. Нет. Нет. Окей. А в Финляндии у нас наоборот инженеров мало. Надо побольше. Может, количество не значит качество? Ну, с качеством хорошее. Ну. У вас в России количество, но у нас качество. Ну, не знаю, не знаю. Как бы я работал однажды на Ryzh3nkov. Как-никак ваша ж финская ж контора. Финская? Да, Ryzh3nkov. Я тебе скажу... Может быть, и наши строили, только по вашим-то проектам и технологиям, и, я тебе скажу, жопа полнейшая была для работы вот электриком. Пацаны, спасайте, я умираю. А ты где? Я умираю. Так где ты? Умираю, с золотым так... шлемом, блин, и с фиолетовым броней. Ну и беги к нам! О, блядь, да ну нахуй! Садя, у нас тут люди! Окей. Ай-яй-яй-яй, больно. Блин, а вы куда улетели? А мы на метку влетели. Сейчас, Саня, отходи чуть-чуть.
Ладно, красавчик. Пацаны меня не бьют. Да что ты говоришь? Они мои, они сейчас прибегут и вас убьют. Ты будешь рад, да? То, что они нас. Того сюда. Это ж мои люди, я их послал. А, ты их послал? В жопу, да? Ты не играл ни разу за Блудхаунда, что ли? Это они показывают, короче, типа... Ну, где по- говном пахнет. Ну, пошли, пошли, пошли. Не, вот ускоритель не надо. Не надо. Это ульта или... Нет, это пассивный скилл. Ну, я, конечно, обосрался, то, что они появились. Я один раз играл за Блудхаунда. В самом начале игры. Я вообще о нем ничего не знал, просто играл. Ладно, пошли вытаскивать его. 10 секунд, да. Пошли вытаскивать его. 7 секунд. Ну да, уже не успеем вытащить. Че, воевать просто? Ну да, че делать? Да ну, берите патроны ебучие. Я могу сказать, куда они пошли. На данный момент они ходят... А, на корабле есть. Они с Тамарой ходят парой. Саня, ты где? Он... Чё ж мы разбежались так пару километров? Не знаю. А, тут люди были. Сзади тебя топали. Сзади тебя спрыгнул человек. Да я понял уже то, что они сзади меня, я слышал. Ну тогда сказал бы раньше, я бы не говорил вчера. Гуляйте, Вася, гуляйте, 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 гуляйте. Фу-фу. Это все хилка. Меч без имени. Мне надо было просто сказать пикабу. Мой пикабу работает всегда. А угадайте, где... То есть не угадайте, а знаете, где главный город Финляндии? Без понятия, знаешь, даже не интересно. Да-да, даже не интересно. Вот ты можешь это поверить просто в это? А вы не ходили на уроки мироисповедания? Чего? Окей. Не-не-не, какие уроки? Ну, у вас, наверное, не было таких дальше. Не-не-не-не-не, вот... Точно мироисповедание прям так и называется? Ну, с финского переводится именно так. География, что ли? Или естествознание? Наша система образования, кажется, в пизду. Нет, знаешь, Саня, вот я... Да, это пиздец, Маш. Какие уроки у вас еще были? Давай, втяни животик. Нет, ну вот, необычные. Необычные SLSVM. Знаешь, что это такое? Ну, вот, как ты думаешь? Скажи заново. SEO. Ну давай просто разберемся с названием SEO. Да. Давай. SEO. А, SEO? Да. Ну не пойму, куда вы летите.
Чё сюда больше людей, чем в бункер полетело? Чё за фигня? Куда вы вообще? В поле сели? Я вообще не знаю, где вы? Вот вы показали то, что будем в этот лететь. Да, да. В итоге потом улетели, потом вообще... Вы меня опять кинули? Сели в поле. Что вы за мудаки такие, а? Вы опять меня кинули, вы это понимаете? Ты сам нас кинул. Нет, это вы меня кинули только что. Ты сам полетел от нас? Чё? В смысле я полетел? Вы взяли меня, кинули? Мы все по разным местам разбежались, скажем, всё. Пацаны, тут 4 броника сейчас в фигне. Где ты? Один из них фиолетовый и 3... Ну, метку поставь, нет. Фиолетовый ты. Ну да, я теперь фиолетовый. Ну ты... Блядь, у меня противники со всех сторон, охуенно. Беги сюда за броником. Да я бегу, знаешь, меня как бы сейчас нашпигуют свинцом или чем тут. Легкие патроны, тяжелые патроны. Тяжелые, это, наверное, вольфрамовые. Охуеть, вы... Сервер приземлился сейчас за бункер. Да неправда, у меня тут слева и справа, и сверху и снизу, блин. Какой-то спидхак. У меня спидхак, помогите. У меня спидхак. Ой, блядь! Я их раз забрал, ты чё? Блядь, да ёбаный в рот, сука! Вот мне через весь сервак надо было бежать, да? Через все карты, охуенно, блядь. Вот кто метки ставит, блядь, выпускающий так, а? Кто у нас был сейчас выпускающим? Кому глаз на жопу натянуть? Вообще-то я поставил следующую метку, да... потом ты сам полетел на свою метку, которая там где-то... Кто выпускающий был? Я. Так ты, я полетел на твою метку! На мою метку? Да! Которую показал ты в яме, блядь! Я не в яме показывал. Там был... Знаешь, у меня есть видео засвидетельствование вообще-то. Вообще-то я не в яме показывал, в самом начале, когда мы начали лететь, да. Я не показывал. А куда в яму? Кто показал в яму? Кто был выпускающим? Потому что там было со значком выпускающего. Нет, там не было. Было. Я помню, кто-то поставил в яму, но это точно был не я. Пизда было, письку в рот. Я бегу к вам, за вами, то есть. Сейчас будет пиздец. Сейчас будет пиздец. Со всех сторон. Вот сейчас, если тебя убьют, так еще и мы сдохнем в самолете. А еще со всех сторон набегут, блядь. Пацаны, я убегаю, справляйтесь. О, я вижу людей, они уже бегут сюда. Вон они, вон, блядь, идите в жопу. Пацаны, пошли сюда, идите. Как ты сразу туда прыгнул? Я? Нет, Вася. Да сейчас... Ты понимаешь то, что ствола нету? Пацаны, я туда-сюда бегаю все время, я не знаю, что мне делать. Да, они все там, дай мне ствол какой-нибудь, а? На тебе синий ствол, хочешь? Синий хер нужен. Блять. Ну не убегай, ну не. Чё? Патрон нету, нихуя нету. Ну давай, чё тут? Чё тут? Я так понял, что ты взял только патроны. Нет, я не только патроны взял. Осталось переключатель режимов ещё найти. Там люди возрождаются. Да и мы поняли, мы бежим туда. Бежим, окей, бежим туда. Я сказал бежим. Я слышу. У тебя еще и бананы, да? Да, у меня бананы и морковь. Бежим, все. Мало того, то, что наркоман, так еще с бананами, вон они. Бананы там. Бежим туда.
Чего они там забыли, блин, в дырке? Окей, бежим в дырку. Не-не-не, вот сюда, вот сюда, вот сюда, они сюда побежали. А кто там в дырке перестреливает? Или ты хочешь не ебать? Я же вижу следы, я же следопыт. Да, да, да. Вот они. Ну я сказал, не в дырке. Вот сейчас. Нет, там еще не только в дырку побежали. Ага, понял. У меня спидхак, я тебя догоняю. Вон они. Вон, вижу, да. Ну, наплевать мне, вот так надо сначала пройти. Так, они нас пытались... Один убежал. Саша, ты где? Ну, конечно, убежали. Один близко. Понял. Пацан сзади, еще одна тима, убегаем, нафиг. Меня убили, убегаем, нафиг. Пацаны, я сквозь них пробежал просто. Ну нафиг, идите. Это просто чувак обошел. Нет, это не... Это тот чувак обошел просто. Реально? Реально. Я думал, там целая тима. Куда мне столько урона убираться? Так чё, я тогда это пошёл играть. Чё ты пошёл красить? Играть. Слышь, ты чё курил? Я ничего. Сигареты. Ну сигареты-то понятно. Я ванга. Но они разные бывают. Венга. Где ты, Елена Венга? Я Венга? Елена Венга. Елена Венга? Да. Я то кто? Елена Венга. Чё? Я то кто? Елена Венга. У тебя есть Google? У меня есть Google. Я не знаю, кто такое Венга. Что такое Венга, но я знаю, кто такая Ванга. Елена Венга, и Михаил Круг. Накатил. Да, так музыка такая великая. А ты смотрел на Евровидение? Нет, у нас запрещено. Чему же? Не знаю. Ты не русский, что ли? Путину не нравится. Да. Если ты там русский выступал, почему же не? Да, туда прилетели. Да, они, может быть, не врыли. У тебя Google есть? Google есть. Загугли? Следующий эпизод, сына. Только вот именно какой Google? Любой. А где какой-то? У меня Google 2. Чё ты врёшь, какой нахер там, Google 2? Там только Афина пишет. А ты вру. Да конечно я вру, чё? Я тебе не верю. Так я сказал. Сказал, тебе не верю. А пошли на кран. Может там чё хорошего будет? Мне показался ли где-то рядом с нами стреляется с двух сторон? Вам не кажется? На корабле. У меня, правда, Мозамбик только, но... Пошли на корабле, всё, типа. У меня шлема нету. Пофиг, у меня тоже... Нет, поехал. Всё, бегу. Куда мы? На корабль. О, он спускается! Метку он поставил. Он... Ай, помогайте. Минус один. Минус броня, минус 69. Где? Вон. Мы тут на корабле, если что. Где? Вот из корабля, вот они, вон они, вон, показываю. А, вон бегут, вон, на земле. А, не, это было так.
Перезарядка, блядь. А чё, на корабле больше никого, что ли? Они все убежали? Да я не знаю, куда они... Вон он! А, вон, вижу. Не, это эти. Это... Но тут еще должны быть. Вот... Вон они. За камнем, вон. Да-да-да-да-да. Ой, не бежит, а лежит. Ой, сидит. Без брони, без брони, без брони он. Еще сверху есть. Убил? Так. Где сверху? Вон они сверху. Так, подожди, за ултап надо. Мне две гранаты. Блять, ебаный стыд. Сань, подними. Саня, подними лучше пока. Лоу-лоу-лоу-лоу, добивай. А, все, найс. Бежит сюда. Бежит, бежит. За камнем. Вон. Зай. Саня, вон, на тебя. Найс. Поднимай. Бежит сюда. Вот, вон, вон. Да иди ты в жопу, тварь. Они только нас умеют добивать. Да, они только ползунков могут добить. Прям все приползли, вот не стоят не туда, а с той стороны, блядь. Но они тоже не с той стороны пришли. Слушай, я... Слушай, ты вообще, да? Что хочешь, как я, что Не, ну ты представляешь, да, Сюши? Как они плохо с нами поступили, а? Сейчас, это мой язык, понимаешь? Чего? Ты про что? Это мой язык. Ну то, что ты шепелявый, я уже понял. Какой шепелявый, ты че? Ну такой шепелявый. Не, ну знаешь, да, это получше, чем Бумбокс. А, битбокс? Окей. Бум. Охуенно. Мастер битбокса. На первом месте. Подфайндер малыш. А ты бери лайфлайн. Вы и я, давайте возьмем выигрыш. Introducing your champion. У меня целых один побед в сезоне. Ну давай попробуем нормально поиграть. Если нормально, то сюда. А, нет, сюда, ну, сюда, сюда. Вот я точно решил все сюда. Чтоб ты видел, куда я ставлю метку. Вот, 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 вот сюда. Снайпер. Чё-то у меня длинный лук часто говорит. У меня противники. Мы, то есть я не умираю. Мы тогда тоже пойдем. Куда пойдешь? Иди к нам. Ну к вам. Куда пойдешь? Мне кажется, у меня в доме. Мне кажется, что где-то. Мне кажется, что мне нужен нормальный ствол. Мне кажется, что у меня снайпер хуже есть.
А вот, да, они у тебя дома. Они все выбежали, я одному броник снял. Давайте. А вон они. Хилится. Постреляй, да, все. Хилится. Хилится, хилится. Не-не-не, там один по мне стреляет через домик. Сейчас будет выходить. Кое. Сказал, что будет сейчас выходить. Все второй раз, что ли? Да. Ну, нашел ствол, и меня сразу убили. Щит снял одному. А он внутри. Еще одному снял. А у него уже синий щит, я понял. Сейчас он светит. Я подбегаю. Ну, то есть подбегаю. У меня двое. Я подбегаю, подбегаю. Все нормально. Один на втором этаже. Двое на втором этаже. Без брони один. Без хп. Не лучший. Мы забрали тебя. Тот, кто без хп и без брони был. Но это... Так его отсюда. Ну, а то... Патрон никакий... А, нет, есть патрончики. Ну я им дичь хорошую дал. Я знаю. Да мне тоже нравилось. Они... Так, а у меня был это, прикол, это, и меня нокнули, короче, но я перед этим успел кинуть этот. А хила типа нет? Окей. Хил есть у бота. Давайте лут. Давай, да. Так, по-моему, здесь еще кто-то. Убьем, кто-то галбил. Ну, пошли. Кстати, зона, что там, зоны, зоны, бежать и бежать. Кому там хевики нужны? Мне. Еще хевики. Помимо термитной гранаты, там еще хевики. Угу. Но мне не хевики нужны, мне хил нужен. Ну вот хевики. Вот хевики. Вот кому надо. Так, я еще взял этот 99-й, короче, писькипер, вот он валяется, если кому надо. Так, я понял, что это за судорожный стон, не буду говорить то, что ты больной или нет. Так. Много хила надо? Да, очень. Да, очень, это сколько? Это очень много хила, это то есть 8 маленьких хил. Ну тогда вот. Один плюс к моей коллекции. Я уже испугался, что это кто-то вообще. А, зона, 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 да, 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 да
Зона, зона идет за нами. Ты куда и сам идешь, ты че? По, Саня! Иду. Саня, пошли, зона! Иду, иду, иду. Ты не в ту сторону бежишь. Я туда бегу. Я бегу, чтобы можно было пролутаться чуть-чуть тот. Еще. А тут лутано. Лутано. Мрази. Тогда на шарик. На пузырек, на баблгам. На баблгам. А, но у нас же есть хил. Хил человек. У нас есть человек хил, вот именно. Мы полетели на баблгам. О, тут прицел есть. Кому нужен? Нет. Кто снайпер у нас? Я. Ну, значит, тебе нужен. Я, у меня есть уже. Значит, хреновый ты снайпер. Так у меня есть прицел уже. Целых два. Мне больше не надо. Я сюда... Полечу, полутаюсь. Да, по-моему, тут лутано везде. Не, тут ты не прав. А вот у меня лутано. Долбанное дерево, которое меня парит. Так, а сейчас можно небольшой вопрос? Хилятся ли Octane? Когда он в зоне. Да. Живи. А как мне жить, если меня сзади и спереди? Да, да меня тоже и сзади! Я понял уже то, что сзади! Я не заметил, как он пробрался ко мне прямо в упоре. Сейчас... А, тут еще один, что ли, склад был? А, это из здания, значит, выбрался. Не, десно. Ладно, я все. Ну ладно. Ну да. Я во что-нибудь другое поиграю пока что. Ну не летит.